Андрей, вот не в обиду будет сказано Коби Брайанту, но ты же сражался с самым большим убийцей в NBA. Расскажи, как ты играл против Майкла Джордана? Ой, ну на самом деле это моя гордость, можно сказать, что мне все-таки за свою карьеру удалось поиграть с человеком, который, наверное, олицетворяет баскетбол, баскетбол 20 века, вот, и мне удалось сыграть 4 игры с ним, я что-то посчитал. Вот, и я помню свою первую игру, когда как раз мой первый сезон, 20 лет парень, вышел на площадку, я держу Майкла Джордана, он становится на свой коронный вот этот усик, да, называется, около трапеции, и начинает делать свой финт и бросает с разворота. Вот, конечно, я стоял, и, естественно, я не защищался, я просто стоял, смотрел так. О, классно. Ты же в том матче поставил блокшот? Да, но когда он стал второй раз туда уже, я подумал, слушай, ну так, если смотреть, он так очень много забьет. Вот, и второй раз мне удалось его накрыть, но в результате, конечно же, он забил 43 очка. Вот, что было очень неприятно для нашей команды, мы проиграли. Вот, и, конечно же, впечатление вот это вот первое, когда ты выходишь с человеком, который и есть баскетбол, да, мистер баскетбол, наверное, и это очень многого стоит. И я так, оп, это я сделал.